Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски, которая быстро убирает все возрастные проявления на коже. Эта маска глубоко питает, увлажняет и восстанавливает кожу. Она делает кожу более светлой, ровной и гладкой. А еще она мягко отшелушивает ороговевшие клетки и помогает выровнять рельеф кожи. И чтобы приготовить мощную омолаживающую маску, нужно взять янтарную кислоту, мумиё, витамин Е и крахмал. У меня здесь картофельный крахмал, а вы можете взять абсолютно любой, который есть у вас дома. Я уже заранее измельчила 2 таблетки янтарной кислоты и добавила сюда же в емкость 2 таблетки мумиё. И затем добавляю в емкость 3 чайные ложки теплой воды. Это нужно сделать для того, чтобы янтарная кислота и мумиё растворились. После этого нужно подождать несколько минут, чтобы все таблетки разошлись в жидкости. И чтобы процесс шел гораздо быстрее, можно помочь себе немного кисточкой. Вот так вот перемешивайте, и все таблетки прекрасно растворяются. И, кстати, как видите, таблетки мумиё уже практически полностью растворились. И это ответ тем людям, которые жалуются, что мумиё в воде не растворяется. Как видите, все прекрасно растворяется. Если ваше мумиё в жидкости, там, в шампуне, в креме, в маске не растворяется, это означает, что вы купили подделку. Поэтому покупайте только проверенные и качественные препараты, чтобы получить максимальный эффект. Так, и теперь добавляем 1 чайную ложку крахмала. Перемешиваем маску до получения однородной консистенции и смотрим на получившуюся густоту. Если маска вышла слишком густой, то добавляем в нее немного жидкости, то есть воды. А если маска получилась слишком жидкой, то добавляем сюда немного крахмала. И потом наносите эту маску на все лицо на 25-30 минут. Потом смываете маску теплой водой и наносите на кожу увлажняющий крем, в который нужно обязательно добавить 1 капельку витамина Е. Делать такую маску нужно 2 раза в неделю, а весь курс состоит из 10 процедур. И перед первым применением маски обязательно нужно сделать тест на аллергическую реакцию на сгибе локтя.